автобус стандартный или там какие-то есть? Нет, этот немножко увеличенный, он там на 21 человек, то есть практически все боевое отделение у нас туда поместится. Безопасность – один из ключевых приоритетов в работе региональной власти. Жители округа должны чувствовать себя защищенными, а Ямал – стабильно обеспечивать страну теплом и энергией, которые производят у нас. Поэтому важно, чтобы у защитников наших интересов было все необходимое. Поздравляю вас с приобретением нового автомобиля. Вы так много мало у нас все сотрудники? Да. Поздравляю. Спасибо. Бойцы Ямальского подразделения Росгвардии обеспечены необходимым оборудованием для решения задач, в том числе достаточно специфических. Все это силовики демонстрируют губернатору. Труба кратность до 50 увеличения для снайперов. Здесь прицелы для снайперов, тепловизионные прицелы, дальномеры, коллиматорные прицелы, средства защиты слуха, магниферы увеличивают коллиматорный прицел до 3 раз, радиостанции, стационарные носимые. Встреча губернатора с бойцами Росгвардии состоялась накануне их профессионального праздника. Дмитрий Артюхов и руководитель Ямальского управления ведомства вручили бойцам государственные и ведомственные награды. Один из военнослужащих за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в зоне СВО, награжден медалью Жукова. Росгвардия, внутренние войска всегда были важнейшим направлением безопасности страны. Все внутренние угрозы, понимаем, те конфликты, которые всегда были в просторах нашей страны, всегда внутренние войска, гвардейцы в нынешнем своем доблестном наименовании, всегда были на передовой. Ровно так же сегодня происходит в наши дни, и наши ребята, ямальские сотрудники находятся, командируются регулярно на зону специальной военной операции, выполняя все поставленные перед ними задачи, и мы всегда знаем, что Ямал не подведет. Дмитрий Артюхов осмотрел и здание регионального управления Росгвардии в Салехарде. 2 года назад округ помог с его комплектованием. Закупили мебель и бытовую технику. Для бойцов созданы отличные условия несения службы. Обустроены кабинеты, есть мини-гостиница для командируемых сотрудников, столовая, тренажерный зал. Давайте, чтобы служба была комфортная, важно. Важно, чтобы были специалистами, важно, чтобы умели пользоваться. Павел Прожогин, информационное агентство «Импульс Севера».